Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Шкіра взимку потерпає від зміни температур. Тепло, холод, сухість – усе це руйнує її природний захисний бар'єр. Отож, як доглядати за шкірою взимку, дізнаємося від гості, яка вже є у нашій студії. Отож, зустрічайте Ельвіра Богдан, лікарка-косметологиня, керівниця Центру та школи прикладної естетики, спеціалістка з керуванням здоров'я людини, лікарка методико-профілактичної справи, сертифікована тренерка-методистка і спікерка міжнародних косметологічних компаній. Отож, пані Ельвіро, доброго дня. Ми раді, що ви прийшли до нашої студії. Знаємо, що багато справи ви вирішуєте, особливо все, що стосується шкіри. Отож, скажіть, будь ласка, чи повинен змінюватися догляд за шкірою взимку? Да, конечно. Здравствуйте, Юля. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Тема, о которой мы сегодня будем говорить, это важная тема на сегодня. Это домашний уход, правильный домашний уход за нашей кожей, потому что любая девушка, да, в принципе, как бы и любой человек хочет выглядеть красиво и ухоженно. Так вот, красивая, ухоженная кожа – это прежде всего здоровая кожа. С чем мы сталкиваемся сегодня, да? Будем говорить за сегодня. Как правило, мы сталкиваемся с холодовым дерматитом, да, или с проявлением на холод. Поэтому косметика должна обязательно иметь сезонность и меняться. Как правило, своим пациентам, клиентам, да и студентов своих я тоже обучаю тому, что каждые 3 месяца у нас должна происходить смена косметических средств. Объясню почему. Потому что клетка имеет свойство, у нее есть свой жизненный цикл. Клетка имеет свойство накапливаться. Клетка имеет свойство к постоянному делению. Ведь на самом деле, когда мы наносим косметические средства, мы работаем на поверхности, да, то есть мы работаем с роговым слоем, мы работаем с эпидермисом, это верхний слой нашей кожи, а соответственно он постоянно делится, клеточка делится, постоянно обновляется, то есть соответственно процессы меняются. И вот каждый, если мы наносим профессиональные, правильные средства, да, то кожа должна отреагировать. В положительному или отрицательному, так, да, звичайно, моменті. Ми то відчуємо, зрозуміємо, конечно, чи підходить нам чи ні. Да. А скажіть ще, чи можна змінювати, якщо ми обрали для себе одну, наприклад, марку, чи треба змінювати, наприклад, однієї марки, чи треба змінювати засоби і марки так само? На самом деле можна міняти як і средства, так і марки. Тобто тут вже вопрос потребності кожи. Якщо кожа ніяким образом не помінялася за ці 3 місяці, то есть клиент не отмечает, или вы, собственно говоря, да, не отмечаете никаких изменений, значит, косметика не работает. Обычно мы говорим так. То есть мы используем профессиональные средства для чего? Для того, чтобы улучшить качество и состояние нашей кожи. Так вот, если мы в зеркале не отмечаем данные улучшения, то тогда, конечно же, стоит задумываться о том, что нужно поменять. Но каждые 3 месяца, это у нас сезонность, да, у нас меняется факторы, внешние факторы воздействия, то есть это холод, это сырость, это сухость, это ультрафиолетовое излучение. То есть, соответственно, у нас и косметические средства в том числе меняются, потому что меняется состав кожного сала, у нас происходят изменения в работе организма. Ведь кожа – это всего лишь отображение внутренней картины, то, как работает наш организм. Багато людей керуються таким от способом. Вони обрали для себе засіб, їм він підходить, подобається, все нормально, наприклад, і змінити щось – це вже проблема. Тобто, хто знає, як відреагує наша шкіра, чи буде все добре, а чи будуть покращення. От да. В такому випадку що робити? Звичайно, ми не говоримо про сезонність, а взагалі. Да. Взагалі. На самом деле, ми можемо прийти, обратитися к косметологу, к врачу-косметологу на консультацію. Не обов'язково приходити сразу уже на процедуру. Вы можете записаться на консультацию, проведут диагностику, то есть что на самом деле происходит с вашей кожей, определят тип вашей кожи. То есть самый простой тест, который я всегда провожу своим клиентам, это 4 определенных вопроса. Первый. Что вы испытываете? Давайте с вами, собственно, так, поработаем. Да? Что вы больше испытываете? Кожу ближе к сухости или к жирности? Ну, мене...
більше сухіше, так, це справді. Ну, у багатьох, мабуть, особливо, коли сезон змінюється, особливо, коли ми знаходимося зараз в теплому приміщенні, потім виходимо на холод, то ось відмінюється. І змінення температурне, плюс робота, ми не забуваємо о условиях роботи наших клієнтів, пацієнтів, тобто ми не забуваємо теж об этом. Чому? Тому що у вас лампи, світ, це теж дуже активно впливає на состояние вашей кожи. Поэтому, да, ваша кожа ближе к сухости будет идти. Следующий вопрос, на который я хотела бы услышать ответ, это при умывании, при воздействии косметических средств, чувствительная ли у вас кожа? Краснеет, не краснеет? Есть ли зуд? Есть ли какие-то изменения? Я бы про себе говорячи, да, сказала бы, что, мабуть, ні, скоріше, але бувают такі випадки, коли, наприклад, вона там пересихає, чи коли ми довго знаходимось на вулиці, на свіжому повітрі, то можуть бути такі. От, то есть она чувствительна, красна. Чи після хвороби, наприклад. Так, це все може бути. То есть, в принципі, сосуди у нас знаходяться на поверхності, ми склонні к изменениям кожного покрова в плані воспаління і покраснення. То есть, тогда кожа чувствительна. Угу, да? То есть, у нас сухая, чувствительна. Следующий вопрос. Наблюдаете ли вы какие-либо пигментные изменения, то есть неровность цвета кожи, то есть пигментные пятна? На весне з'являються. І ми знаємо, що в багатьох людей, особливо після сезону, коли ми повертаємось після відпочинку, ми помічаємо, що з'явилися плямки, так, і вони починають сходити лише коли зима. То есть это говорит о том, что ваша кожа, она склонна, да, к пигментации, то есть, соответственно, мы получаем пигментированные изменения. И, конечно же, отмечаем возрастные изменения, есть или нет. То есть тут уже больше я отмечаю, но мне бы хотелось, конечно, у клиентов слышать их ответы. То есть что такое возрастные изменения? Это морщинки, да? То есть то, на что мы обращаем внимание. Поэтому таким образом у нас получается определенная формула. Вот в данном случае, что мы наблюдаем, это dry sensitive pigmentation, touch. Гладкая, красивая, замечательная кожа. То есть, соответственно, вот четыре вот эти вот буковки составляют вашу определенную формулу, по которой подбираются косметические средства. Все ось очень так, просто. Бачите, як просто. Тобто так, ми повинні кожен собі повинен поставити ось такі запитання, а краще, да, це зробити з фахівцем, конечно, аби потім знати, як доглядати за нашою шкірою. Конечно. І виходимо з того, що зараз є, тобто ми звертаємо увагу на сезонність, на те, що, да, зараз зима. І розуміємо, що наша шкіра при дії холоду, наприклад, вітру або зміні температур, вона починає реагувати. Якщо ми бачимо на руках, наприклад, плямки, чи ми розуміємо, що зуд з'явився, все, да, тоді ми вже робимо інші висновки і розуміємо, що тут вже є. От ви нам зараз надали фотографії, які справді можуть характеризувати зміни нашої шкіри у такому випадку, який може вплинути. Да, очень часто пациенты обращаются с таким вопросом: у меня холодовая аллергия. Да, как только начинается холода, мы сразу же, у нас идет или покраснение, или пятна, или шелушение. У кого-то даже с крапивница может быть. Да, это может быть. Да-да, совершенно верно. То есть красные пятна, да, все это может быть, конечно же. С чем это больше связано? Вообще холодовая аллергия, это как вариант, это и холодовой конъюнктивит, и холодовой ринит, то есть мы просматриваем общее, и бронхоспазмы могут быть на холод. Но с точки зрения кожи мы рассматриваем всегда холодовой дерматит, и он непосредственно связан как раз с сухостью кожного покрова. То есть это тогда, когда не хватает у нас натурального увлажняющего фактора, не хватает защитных свойств кожи, то есть разрушен эпидермальный барьер. Совершенно верно. То есть когда мы говорим об изменениях и что может провоцировать, то есть провоцировать, как я уже говорила, то есть кожа у нас отображает работу органов и систем, да? И одним из изменений это может быть вот как раз нарушение микроциркуляции крови. То есть когда у нас идет плохое кровоснабжение, соответственно, нарушается трофика. Когда идет спазм мелких сосудов, нет питания эпидермиса. А в верхнем слое у нас сосудиков нет. Сосудики у нас находятся непосредственно в дерме. А соответственно, если у нас нарушено кровообращение, не работает, то есть эпидермис, верхний слой у нас нечему питаться, то есть питание
питания нет. Что происходит? Конечно же, не вырабатываются эпидермальные липиды и нет защитных свойств. Нет вот этой защитной мантии. Она по-другому еще называется липидная мантия или эпидермальная, то есть липидная мантия. Я об этом могу на самом деле говорить очень много. Справді, пані Ельвіро, так пов'язана наша шкіра, взагалі результат, який ми бачимо, він пов'язаний з тим, що відбувається всередині. Конечно. І на картинці от ми бачили, що, наприклад, навіть підшлункова залоза. Якщо у вас є проблеми з підшлунковою залозою, то на поверхні, на шкірі, ми можемо побачити зміни. І вони не завжди нас прикрашають. Звісно, хто як працює желудочно-кишечний тракт, завжди буде відображатися на кожі любого чоловіка. Тобто, це буде говорити о білкових змінах, тобто то, наскільки змінюються обмінні білкові процеси. А як треба зробити діагностику правильно? Якщо, наприклад, ви зрозуміли, що у вас є або холодова алергія, або там дерматит, наприклад, ви вже побачили зміни, а люди, яким треба помити посуд, наприклад, чи просто помити руки, вони відчувають дискомфорт і вже розуміють, що це проблема. Як зробити правильну діагностику? Чи завжди це буде правильний, точний діагноз? А на самом деле, то есть как таковой диагностики нет. То есть если есть воздействие холода, да, и пациент отмечает, что это связано с холодом, то соответственно, да. Но самое простое это можно, конечно же, сделать холодовую пробу в виде льда, но тем не менее, то есть когда наступают холода, мы сразу же это наблюдаем. Угу. Ми зрозуміли, що це є у нас, так? А тут ми бачимо, що пов'язані іще і внутрішні органи, так? Ми розуміємо, що тут щось не так з нашим організмом і треба лікувати. А що пропонуєте ви, от як фахівці, як лікарі, на що треба звертати увагу і як же зробити ту діагностику, яка допоможе вам розібратися з внутрішніми проблемами? Для того, щоб провести правильну діагностику, потрібно зібрати анамнез. Тобто, тогда специалист заполняет медицинскую карту нашего пациента и, собственно говоря, выявляет те хронические заболевания, которые есть. Или симптомокомплекс, симптомы, на которые жалуется наш пациент, и мы его собираем воедино, и тогда уже рекомендуем консультацию смежных специалистов. Это могут быть гастроэнтеролог, это может быть гинеколог, это может быть эндокринолог, потому что кожа у нас это гормон-зависимый орган. И, кстати, кто больше, скажем так, подвержен холодовому дерматиту, это женщины, которые входят в такое особое состояние, да, то есть когда у нас идет дисфункция яичников, когда у нас есть изменения с точки зрения выработки половых гормонов, да, поэтому... Так, пані Ельвіро, справді зараз багато людей говорять про те, що у них помічаються зміни. І зміни пов'язані зі шкірою. Дуже багато алергій, дуже багато атопічних дерматитів, наприклад, яких раніше не було. І це не тільки у людей вже так, нормального віку, то зрілого, а навіть і молоді люди, і студенти, і взагалі школярі говорять про те, що з ними відбувається. Чому саме так зараз? Чому так багато? То стало таких проявів. На самом деле, я всегда говорила и буду говорить о том, что все зависит от того, насколько загрязнена наша канализация. Давайте я скажу это очень некрасиво, грубо и неправильно, но тем не менее из песни слов не выкинешь. То есть есть лимфатическая система, которая просто-напросто перегружена токсинами. Угу. Вот и все. Треба чистити. Совершенно верно. То есть есть правильные детокс-программы, которые направлены на очищение, на выведение. То есть на самом деле очень плохо на сегодняшний день у нас работают органы выведения, а кожа это является одним из органов выведения. Поэтому необходимо проходить вот такие вот, скажем так, детокс-программы или очищения как для кожи, так и, собственно говоря, для организма. Поддерживать нашу печень обязательно, да, то есть ухаживать за кожей, то есть раз в неделю обязательно проводить детокс-процедуры. То есть в состав могут входить водорослевые текстуры, они на самом деле действительно дают очень хороший процесс детоксикации. Если это, наоборот, жирная кожа, тогда нам нужны глиняные
основы, каолин содержащие, они будут работать по принципу абсорбирования. Угу. А вот водорослевые текстуры, они больше будут уже работать на обменные процессы. Так, ну и наостанок хочется почути від вас загальні рекомендації, тому що зараз прохолодно. Люди, які відчули різницю, вони вже, мабуть, щось роблять зі своєю шкірою. Або для тих, хто ще не знає, як же, в який бік направити свої сили, то, будь ласка, від вас рекомендації. Смотрите, действительно, на самом деле, в зимний период, для того, чтобы выглядеть ухоженно, красиво, чтобы наша кожа была гладенькая, красивая, наполнена, нам нужно использовать средства, которые увлажняют, питают. Если мы говорим о проявлениях холодового дерматита, то не забывайте, пожалуйста, после каждого мытья рук нам нужно смягчить нашу кожу, то есть, соответственно, нанести крем. Если мы говорим о варианте воды, какую воду использовать, я все же рекомендую использовать бутилированную или кипяченую воду. То есть, если обладательница сухой обезвоженной кожи, то тогда все-таки лучше склоняться в формат, например, демакияжа и очищения кожного покрова к использованию молочка, сливок, то есть вот такого. Не гель. Тоник это потом, это обязательно. Есть множество сейчас жидких сывороток, тонеров, тоников, об этом тоже могу много на самом деле говорить, я надеюсь, что мы когда-нибудь сделаем большой выпуск на эту тему, но на самом деле косметические средства, использование косметических средств, у них есть определенная этапность. То есть это очищение, демакияж, далее тонизация и после этого нанесение уже защитного, увлажняющего или питательного крема. Ну, я так думаю, що будуть наші глядачі обов'язково слідувати вашим рекомендаціям. І тільки тоді ми отримаємо гарний результат, будемо вражати усіх оточуючих і, звичайно ж, будемо здоровими. А це зручно. Зручно бути здоровими на сьогоднішній 100%. День. Я вам дуже дякую, пані Спасибо Ельвіро, що прийшли большое. Сьогодні до нашої студії. Також дякуємо Центрові громадського здоров'я. І, звичайно, не перемикайтесь, тому що ми зустрінемось за декілька хвилин. Спасибо.